Милые и чаровные, напередодні Международного жаночего дня у Гомельском громадско-культурном центре прошел урочистый прием жанчин керавництвом облвыканкама. На встречу из всех районов области приехали представницы самых разных профессий, яких объединяет имкнение до саморазвития и достижения новых вершинов. Кожная из 60 запрошенных жанчин – выдатница у своей сферы деятельности. Наставницы, урочи, державные служащие, супрацовницы органов внутренних справ, спортсменки и працовницы сельской господарки, ветераны працы. Такие разные, однако однольково активные. Яны робят мужчин мацнейшими, а свет больше гармоничным. Кожная, не глядя на занятость, заховывает свои жаночие якости. Добрыню, разумение, теплыню души и любовь до своих близких. А прикладом для переймания для многих являются их мати. Как и все, равняюсь на свою мать. Она у меня всю жизнь тоже трудилась, и я пошла по ее стопам, в принципе. Поэтому трое детей тоже, как и у мамы. Урочистый прием – это не только святочная подея, але и признание профессийных достижений, громадских заслуг и важкого укладу жанчин у развития нашего региона.